Привет всем, всем привет, вы на канале Живая Планета, ну а где же еще, в принципе. И сегодня у нас третья часть, игрушечный пистолет в деле. Надеюсь, многие помнят первую и вторую часть и на каких предметах я там все это испытывал, а сегодня третья часть. Погнали! Прости, пожалуйста, динозаврик, на тебе сейчас... Будет испытываться мощь нашего дробовика. Хах! Не зря говорят, что спинозавр – самый сильный динозавр. Пулька просто от него отлетела. Идем дальше. А теперь скотч. Да, ребят, скотч. И что с ним сделает арбалет наш? Ой! Он к нему прилепился. Ну ничего, еще одна попытка нам не повредит. Ой, это что было? Потом посмотрим на замедленной съемке. Теперь дробовик испытывается на подушке. Почему-то я всегда арбалет, хочу сказать. Сон, только сон. Сон – это сила. Армия Сонь, мы здесь. Гантели издавна считаются символом силы, так как большую 5-килограммовую черную гантелину я брать не буду. Возьму вот такие, потому что, ну... Такими 5-килограммовками наш пистолет не справится. Стреляй! Раз, два, три, пошел! Мне кажется, она мимо пролетела. Давайте еще раз. Ага, да. Гантели – символ силы. Теперь испытаем дробовик на самой обычной наклейке. Так, ставим. 3, 2, 1, пошел! Я просто не успел среагировать, у меня рука остановилась. Ну, точнее, рука стала в зажатом положении. Она ее просто выкинула и помяла, смотрите, как мощью. Берем табуретину и ставим на бок. Сможет ли ее перевернуть пистолет? Ну, она только лишь пошатнулась. Теперь испытаем вот эту небольшую железную коробочку. Пуля просто от нее отлетела. Офигеть, пистолет сегодня просто дал слабину. Теперь испытаем тетрадку. Раз, два, три, пошел! Нифига она прилипатилась. Ну, обложка тетрадки ее защитила, значит, тетрадь качественная. Она даже не помялась при таком-то столкновении. Ну, хотя уголок чуть-чуть, точку там. Качественная тетрадка. Я это просто так сказал. Напоследок хочу проверить свою меткость. Я выбил 70 очков. Ну, ладно, с меня хватит, вы были на канале.